Боже, на сорке, все вещи, я сижу, вот так здорово. И вот в этой работе что меня больше всего? 15-й год на немецком языке. И эта работа, она посвящена стилю, и работа называется «Памяти Маркса». И она говорит как раз о том, что... вот почему она важна для меня, скажем. Она говорит о том, что существует некоторая математизация революции, да, которая в физике, например, Ален Бадью, да, который говорит, что есть некоторая... Вот у него есть книга «Коммунистическая гипотеза», где он сравнивает коммунизм с гипотезой Пуанкаре, что каждый пытается доказать теорему Пуанкаре, какой огромный Виталий Беспалов, наверняка его знаете, да? Думаю, что он тут сделает. Как это плакат, да? Вот еще один плакат, вот этот математический ключ, который открывает уже соединение формы. То есть черный квадрат это все такой синий математический, а то, что кроме него, это будет плавно. То же самое мы можем снять эту ситуацию. Что сначала это был атлетический период, очищение. А теперь что? А теперь концептуальные наработки, скажем, нео-авангарда или арте-повера, они начинают означивать конкретные проблемы. Не надо, что это конкретная проблема такого клинического характера. Да? Это сочетание брачного кольца, и брачное кольцо подразумевает работу по дому. Да? И здесь вот это противоположность, вот это кольца, противоречие между красивым брачным ритуалом, голосом, мотыгами уничтожались технические объекты, да? И вот здесь живопись, появлявшаяся в этом контексте, становится активным агентом по преодолению технического, да? И вот мы можем почувствовать, что абстракция никогда не является просто абстракцией. Она все время выступает как определенное оружие в некоторых противоречиях. И это противоречие просто не меняется. Который, который подошла неформально к решению этого вопроса, а она воплотила в себе сам этот вопрос. Таким образом, вы знаете, что несколько работ с флагами, с символикой флагов и на... Кстати, на выставке Родченко работает с флагами, и как будто бы есть человек, который структурно чувствует ответственность для того чтобы вот включить флаг в выставку, когда его нет, да? И интересно как-то описать этот процесс.